Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с фото-видеотехникой, а более конкретно с автоматической штативной головой. Один вариант у меня уже был на канале, это Zephon YT1000, который рассчитан для фото-видеосъемки, но в основном для видеосъемки с массой камеры, либо оборудования до 1 кг. Так вот, на смену его пришла новая модернизированная голова, которая представлена сейчас перед вашими глазами. Называется она Des Chantal. Но сразу же хочу сказать, что YT также, но только уже 1200. Данная штативная голова, это, скорее всего, OEM-версия. Ну и по сути, некоторые называют ее еще по старинке Zephon YT1200. Чем она отличается от предыдущей головы, сейчас мы это все дело рассмотрим, продемонстрируем и покажем. Доставлялась она около месяца Почты России, состояние видите сами ее, имеется в виду упаковки. Почта России у нас в последнее время всегда так отличается такими свойствами упаковки. Ну, можно наказывать и за это. Ну и так, давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри, и заодно разберем основное отличие данной автоматической штативной головы. Так, приступаем. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Так, что из себя представляет коробка? Вот представлена здесь, то есть здесь тоже нагрузка до 1 кг. Здесь поменялся немножко пульт. И сама голова вместо квадратной формы стала круглая. Ну а верхняя часть, если в предыдущем варианте там была металлическая часть, то здесь все у нас пластик. Так, что может данная штативная голова? Ну, во-первых, общается она при помощи Wi-Fi соединения на частоте 2,4 ГГц. Здесь возможен таймлапс в фоторежиме. Дальше автоматический режим. Панораму можно снимать одной кнопкой. Есть соответствующее отверстие для установки на триподы различные. Также можно рассматривать смартфоны. Это там вертикальное и горизонтальное расположение их. Дальше здесь можно нажимать и получать фото в различных режимах. Но единственный недостаток, здесь нету комплектного кабеля. У меня вот есть комплектный кабель от слайдера Ashanks, но и тоже есть один момент. Там штекер идет 2,5 мм, а для вот этой головы нужно 3,5 мм, для того, чтобы у вас камера заработала соответствующим образом. Ну и есть режим так называемый бесконечности от А до В точки, то есть он от одного угла до второго угла. Как я уже говорил, что называется YT1200 модель. Размеры представлены, 24 часа может работать, зарядка 5 вольт. Дальше аккумулятор используется на 2000 мАч, 3,7 вольта стандартный литий-ионный аккумулятор 18650. 2,4 ГГц связь. Здесь уже увеличено, в предыдущем варианте было 20 каналов, для того, чтобы запомнить различные настройки, здесь уже 100, то есть от 0 до 99. Есть пульт дистанционного управления, в прошлом случае только до 20 метров можно было управлять, в этом случае до 100 метров. И также здесь присутствуют скорости различные, начиная от 1 до 9. Да, и еще здесь есть вариант, когда можно какую-то вертикальную либо горизонтальную скорость отменить, то есть поставить 0. В этом случае вращаться не будет. Без данной головы 518 грамм, что ниже, там 600 было чем-то. Ну и 1 килограмм веса она выдерживает. Здесь возможна установка различных камер, как смартфонов, так камер до килограмма и также GoPro, то есть экшен камер. Как видим, то есть он вращается на 360 градусов, вернее голова вращается бесконечности. Плюс еще есть углы на 35 градусов, ну в сумме получается 70. Уменьшение и увеличение в ту и другую сторону, то есть в сумме получается 70 градусов. И вот такой вот пульт управления. Здесь уже представлено больше информации. Ну, во-первых, кнопочек чуть побольше. М тут различные режимы, то есть отличие, добавляется еще дополнительно 4 режима для фото-видеосъемки от предыдущего варианта.
S-кнопочка, это позволяет настраивать те или иные режимы, ну и сохранять соответствующие тонали, ну либо запоминающем номере, там от 0 до 99. Дальше направляющие, право, влево, вверх, вниз. Кнопочка для того, чтобы фотографировать, если у вас кабель подключен соответствующий. Клавиша запоминающая M1. Здесь кнопка старт, пауза и кнопка остановки движения. Так, вот такая вот у нас представлена упаковочка. Так, давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Ну, первое, что нас встречает, как всегда, инструкция по эксплуатации. Она здесь на двух языках, китайский. Ну, такая краткая инструкция и английский. Поэтому, кто не знает языка, учит. Ну, либо берет, как обычно, смартфон и Google Translate вам все это дело переводит. Ну, здесь основные характеристики обозначены. Ну и расписаны основные 5 вариантов использования. Первый вариант – это стандартный вариант, который был в предыдущей голове. Вы нажимаете кнопочку и движется там по горизонтали, либо по вертикали на той или иной скорости. Ну, тут два языка можно установить. Китайский и английский. По умолчанию сейчас стоит английский. Да, ну и вот режимы, то есть первый режим — это вот стандартный, который был в предыдущей голове, только единственное отличие по скоростям. Там было 8, здесь 9. Плюс еще можно установить 0. Дальше, следующий — съемка таймлапсов. Здесь задаете время, сколько вам нужно сделать фотографий. И режим, вернее, между интервал между этими фотографиями. Третий — это видеомод, это типа двухосевого стабилизатора. Он вращается по горизонтали и по вертикали с той или иной скоростью движется. Дальше есть у нас панорама. Здесь тот же самый принцип. Устраивайте угол. Здесь он от 0 до 720 можно сделать, то есть двойное движение вокруг своей оси. Дальше, на каком угле, через какие углы, вернее, шаг угла, когда вы можете снимать ту или иную фотографию автоматически. Ну и направление там вправо либо влево установить. И пятый режим — это непосредственно движение между точками А и Б. То есть здесь задаетесь временем. Дальше сколько вам раз нужно производить действие от точки А до точки Б. Здесь идет от единицы до 50, по-моему. Осуществляйте то или иное действие. Ну и также здесь по горизонтали можно установить направление, в какую сторону осуществлять движение. И скорость этого движения. Вот такая вот коротенечкая инструкция на китайском и английском языке. Так, дальше нас встречает сама голова. Такая, поставим. И внутри у нас находится... Ну, во-первых, батарейки. Две штуки типа 3А, так называемые, мизинчиковые. Дальше у нас есть кабель для зарядки. Здесь у нас идет USB Type-C и USB A. Ну, длина где-то около 60-70 сантиметров данного кабеля. Для того, чтобы подзаряжать вашу голову. Дальше есть пульт такого плана. Есть даже под этот пульт. Чтобы установить ремешок, но здесь ремешка нету, то есть его придется покупать отдельно. И внутри устанавливаются стандартные батарейки либо аккумуляторы. Давайте их сразу же и установим. Кстати, батарейки точно такие же, как и в предыдущем варианте. Здесь у нас OLED-экран, на котором отображается основной функционал. Здесь указывается даже вольт текущий этих батареек. Дальше скорости, направление, какой у нас сейчас режим. И даже есть аккумулятор этой головы. Вот такой пульт, ну и канал, какой у нас там. И последняя стандартная часть, которая была и в прошлом варианте, это для зажим для установки
смартфона. Итак, что из себя представляет голова? Вот она такого плана. Здесь вот есть аккумулятор. Стандартный аккумулятор 18650, как я говорил уже, на 2000 мАч. Отверстие, куда он устанавливается. Могут устанавливаться. Вот здесь, кстати, вот устанавливается без защиты, хотя есть какая-то защита. Ну и обычный стандартный аккумулятор без проблем устанавливается. Вот видите, насколько он больше. Тоже без проблем устанавливается. Так, дальше здесь вот есть уровень горизонта, чтобы установить пузырькового типа. Внизу есть шкала от 0 до 360. Здесь у нас идет подключение зарядки USB Type-C. И здесь есть еще включение. Ну, вот видите, мы можем менять каналы различные с пульта. И помимо этого еще видеть заряд аккумулятора. Раньше заряд аккумулятора был здесь. И сейчас мы можем при помощи кнопки включения это все увидеть. Ну и отключение. Итак, давайте сейчас посмотрим, как работает данная голова. Да, и здесь сверху у нас при помощи стандартного зажима, но здесь все пластик, не металл. Устанавливается либо камера, либо смартфон на соответствующем держателе. Это все у нас пластик. Раньше здесь был металл. И плюс еще металла. Во-первых, там была металлическая линейка, благодаря которой можно было находить центр тяжести, например, камеры с объективом достаточно длинным и тяжелым, чтобы у вас в вертикальной плоскости осуществлялось движение. Здесь просто ставится по центру, ну, либо нужно искать соответствующую линейку пластину, чтобы сюда ее установить, закрепить, а уже закрепить камеру на каком-то расстоянии, чтобы вот здесь приходился центр тяжести. Так, ну и давайте сейчас мы посмотрим сначала в пустом виде, что из себя представляет данные режимы. Ну а в последующем еще посмотрим, как осуществляется работа данной штативной головы при помощи камеры и, возможно, смартфона. Да, кстати, по поводу кабеля я продемонстрирую, но сразу же еще раз повторяю. Вам нужен кабель с разъемом штекер. Не 2,5 мм, как у меня здесь представлено от слайдера Ashanks, а 3,5 мм. Да, и вот здесь вот есть отверстие, которое вставляется 3,5. Ну, либо переходник иметь с 3,5 на 2,5. То есть сюда вставляется и подключается к камере. Здесь должен быть не 2,5 штекер, а 3,5 мм штекер. Итак, приступаем. Смотрим сначала, как ведет себя штативная голова без нагрузки. Что из себя представляют эти режимы? 5.
Я вам продемонстрировал автоматическую штативную голову De Chantal YT1200, ну либо она же Zifun YT1200, как ее еще называют. Данная штативная голова позволяет осуществлять различные фото- и видеосъемку, как таймлапсов, так и панорамирование, ну либо в свободном движении при съемке видео. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил об автоматической штативной голове вам. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.